приближается Новый год. Убранство в Гуме. Москва готовится встретить Новый год, а Гум украшен в гжельском стиле, национальном русском стиле прикладного такого творчества. Гжель. Мы видим такие макеты игрушек, арки, круглые диски, как, видимо, панно. Белые абсолютно елочки, санки, украшенные гжельским орнаментом. А гжельский орнамент — это белый и синий. Темные такие силуэты птиц и розы с листочками. На первом плане игрушки, ручная работа, папье-маше. Такие традиционные игрушки моего детства. Такие вот девочки, куколки, мишки и снегурочки. Дед Мороз. Там зайчики, символы года. Зайцы всевозможные. Снегири, мишки, белочки, машинки. Вот у вас символ.
Опять взор свой на елку прекрасную, интересную. Никогда еще не было такой елки в ГУМе. Ура! Новый год приближается. 2023.